Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим видеорегистратор Kenwood, модель KCA DR300 с поддержкой GPS модуля. Давайте перейдем к комплектации. В комплекте у нас идет видеорегистратор, крепление на присоске с поворотным шарниром, инструкция, диск с программным обеспечением, гарантийный талон и адаптер в прикуриватель. Рассмотрим поближе видеорегистратор. Перед нами камера, угол обзора которой составляет 126 градусов, динамик, в верхней части находится разъем подкрепления, далее дисплей диагональю 2,7 дюйма, кнопки управления, также световой индикатор здесь находится. Сбоку находится кнопка включения-выключения и слот под microSD-карточку. С другой стороны разъем мини-USB. Снизу микрофон и серийный номер устройства и также информация о видеорегистраторе. Перейдем к меню видеорегистратора. Здесь можно просматривать файлы, которые вы отсняли, включать режим парковки, включение-выключение микрофона, делать далее настройка J-сенсора, производить датчики движения, разные индикаторы, далее длину файла, цикл записи можно выставлять, функцию HDR, отображение GPS, опять же таки настройка J-сенсора. В режиме система можно настроить статус GPS, настроить дату и времени, оповещения разного типа, громкость настроить, включение-выключение экрана, выбор языка, расстояние в километрах или в милях, чтобы отображалось, выбор памяти, сброс до заводских настроек и посмотреть версию программного обеспечения или полностью отформатировать.